29 января, да? Сегодня 18 года. Эфочка к любимому доктору приехал. Ждем прием, да? Эфа. Вот. Почти 15 лет доктор нас обихаживает, заботится о нас. Да, Эфа? К доктору к любимому приехал. Да. На, Эфа. Сейчас мы анализы сдадим всякие, хорошие и нехорошие. Ну, ложись, ложись. Вот, ладно. Вот, Эдик приехал. Просто он потом не наберется. Сколько мы этих всяких уколов вен наделали-то, да, Анатолий Иванович, за жизнь-то? А капельницы, что только не делать. А может, нам УЗИ сделать сразу? Или уже поздно? Нет, почему? Или на ощупь все понятно было? Нет, там можно сделать УЗИ, но селезенка увеличена, то есть я почитал, там а у нас, все, что да. было, да, она как бы тогда была увеличена. Там же метастазы видели, селезенки там. Эфочка, ты что плачешь? Не плачь, Эфа. Все уже. Эдик, твой друг пришел. Опоздавший друг пришел. Смотрит. Слезы прям текут. Так, ну что говорите, тоже скрыли, да? А низкая температура значит, что воспаления нет? Низкая температура, это говорит о том, что у него просто сил нет. Сил нету, да, сил нету. А как, если он не ест? А то, что ест, его вырывает. Ну вот он последние дни-то все больше спит, не лает. Слабость. Я так и говорю, наверное, сил нету. А нос вот так вот, потому что сохнет? Потому что сохнет, потому что воспаление, потому что сильно. Так, антибиотики же мы ставим, хорошо, да? Да. Угу. Вот мы, Эфочки, капельницу ставим. С гордоксом там, всем. Да? Вот как Эфа лежит хорошо. С одного стола на другой. УЗИ уже сделали. УЗИ-то мы уже сделали. Вот у нас капельница стоит. Поставили нам бабочку. Катетер с бабочкой. Будем дома ставить. Ах, ты не халюсь. Ты не халюсь. Эфе не нравится. Эфа домой хочет на машине кататься. Тихает. А? Как камеру кусит. Зачем? Скажи, что я дурак, что ли, камеры кусать? Вот он фотографироваться любит, а сниматься на видео не любит. Ну ладно, давай дальше ставить капельницу.